городе в руинах. Нам нужно срочно собрать средства на его восстановление. И что же вы предлагаете сделать? Мы поступим так, как поступают все российские продюсеры. Снимем фиговый фильм и заработаем бабла. А с чего вы решили, что наш фильм вообще окупится? Бюджета нет, актеров 5 человек. Ведь их остальные сажали Титаны. Идиоты, Титаны же тренд сезона. Наш фильм обречен. Ну, успех. Лэйн, у нас же сломаны все приводы и все оружие. Почему? А вот и причина всех поломок. Привет, есть что поесть? Солдат, слушай приказ. Отставить и есть. За 2 часа ты обязан сбросить хотя бы 10 килограмм. Чего развеселились? Если не похудеет она, похудеете вы. Капрал, но мы упускаем важный момент. Это же фильм о Титанах, но где нам взять Титана? А давайте живого Титана отловим. Отставить отлов. Вы хотите, чтобы вас сожрали? И где тогда актеров искать? А давайте отдадим роль Титана Саша. Она сама сожрет кого угодно. Эй! Закончили балаган. Превратить этого карликового Титана в человека. Написать сценарий, сделать реквизит и снять фильм. Я все сказал. Эй, а ну дай немедленно. Вот прожили вас, зараза. Да с Титанами бороться проще, чем с ней. Может, посадим ее на диету? Я согласна, только на колбасно-сосисочно-гамбургно-булочно-тортиковую диету. Ну и так и быть, на диетическую колу. А может, лучше механически решим проблему? Оставьте ее, это бесполезно. У меня есть другая идея. Ты что, не слышал приказа? Она так никогда не похудеет. Отстаньте. Саша, держи. Ну вот и ладушки. На одну проблему меньше. Теперь можно заняться оружием. Горы мыть не злотники. По сожалению, горьких нет. Как нет? Капрал, вы уверены, что оружие из картона способно убить Титана? Как у Титана такое оружие? Где Саша? Как где? За Жаном бегает. В смысле за Жаном? Ну я булку к лошади привязал. За ней бегает. Да, не хотелось бы оказаться на месте той лошади. Смотрите, я сделал лебедя. Идиот, это журавлик. Ну, если уж Саша сломал все приводы, я придумал новое средство перемещения. Не трожь, святое. Единственная мать. Игра реалистичней. Ты такая смотри сюда. Ты такая. А, солнышко, а тебе-то кричать не стоит. Ты ведь у нас няшечку играешь. Это с какой стати? Я няшечка. Он ниже, и по законам жанра он уки. Своей идиотской выходкой он спас твою шкуру. Было практически полностью уничтожено. Пожившие люди были вынуждены укрыться за тремя стенами, пока не появился герой. Ah!
атаковали титаны. Эрн, ну спаси! Да такая! Ой, кажется, цель не ошибся. Мистер Ларри все отмыл, и Титана победил. Мистер Ларри? Конец. Отличненько. Этот фильм завершили. Ну что, пойдем снимать продолжение «Звездных войн»? Тинь-тинь, ва-ла-бинь-бэнь. Тинь-тинь, ва-ла-бинь-бэнь.